женщин. Мужчины кладут свои телефоны и фотоаппараты и поднимаются на сцену «Минута славы». Меня заинтересовала продукция и общение с хорошими, интересными людьми. А вообще, я до этого видел девушек, женщин. Они очень хорошо разговаривают, от них прекрасно пахнет. И они симпатичны. Вот я решил этим заняться. Здорово. Что вас заинтересовало в бизнесе Oriflame? Доход. Я как студент. Зарабатывать неплохо, было бы неплохо. Отлично. Ну, мы хотим спросить, конечно, у нашего гуру сетевого бизнеса Алексея Сиврука. Я хочу сказать, что я пришел в Oriflame за большими деньгами. Я уже повторяю еще раз, я не видел помады, я увидел миллион долларов в плане успеха. Аплодисменты. И второй очень важный момент, это то, что... У Oriflame такие же ценности, как у меня, поэтому это позволяет мне себя чувствовать себя как человек. И третий момент очень важный, который, наверное, вам будет тоже интересно знать. Никто из вас не получил наследство нефтяную вышку. И мы не живем в Арабских Эмиратах и не имеем какого-то отношения к королевской семье. Но мы живем в самой красивой стране в мире, где продукция Oriflame пользуется большим спросом, и поэтому каждый может создать себе такой пассивный доход, который... за 5, за 10, 20 лет могут обеспечить не только вас, но и все ваши последующие поколения. Удачи вам в построении успешного многомиллионного бизнеса!